Phoenix, Russia. Russia vs. Bulgaria. May 21, 2000. Федор Емельяненко vs. Мартин Лазар. Red corner, representative of the rings Bulgaria, a fighter, height 185 centimeters, weight 115 kilograms, champion of Bulgaria in freestyle wrestling, prize winner of the European Championship in freestyle wrestling, Martin Lazarov. In the blue corner, a representative of rings Tula, a fighter, weight 106 kilograms, height 182 centimeters, winner of the European Cup in Judo, master of sports of international class in Sambo and Judo, Fyodor Emelianenko. Значит, сейчас смотри, сейчас просто по своему микрофону Петькову позови, потому что его нет, и кто он сейчас здесь был. Ну, ты или где-то найти его надо, что он будет. Ну, просто позови Петьков, подойди. Да вон он стоит, вон он. Это пятый, да? Да. Отойди. Антракт у нас сколько? 20 минут? Да? Все, сдох. Там с Ниной они там квасят потихонечку. Не надо им это все. Такой счет объявляет судья, понимаешь, главный судья. Я не имею права говорить 2-1, 3-2, понимаешь, это говорит главный судья соревнований. Это он не нужен. Говорит. Ну пусть не говорит, шутка. Какой счет? Не знаю. Да.
The winner by submission, guillotine choke, Емельяненко, Тула. Медаль вручает обладатель черного пояса по карате, шатакам первый дан Николай Питьков. Счет 4-1 в пользу сборной Тулы. Приз вручает представитель торгового дома «Тульский промышленник» Виктор Иванович Носов. Цветы от фирмы «Цветы Мадонны». Аплодисменты! Аплодисменты победителю! Приз вручает представитель торгового дома «Тульский промышленник» Виктор Иванович Носов. Федор Емельяненко! Римский!